изящный электрокамин Рафаэль марки Алекс Баумен. Новинка сезона, выполненная в классическом стиле. Идеально подойдет как для гостиной, так и для спальни. Укомплектован дополнительной угловой столешницей, благодаря чему его также можно расположить и в углу. Покрыт патиной под состаренное золото, панорамное стекло, увеличивающее угол обзора, осветительные элементы – светодиоды, пятиступенчатая регулировка яркости пламени, подсветка боковой кирпичной кладки. Работает как в декоративном режиме, так и на обогрев от 22 до 60 градусов. Установлен термостат, который отключает обогрев при достижении заданной температуры. Электрокамин безопасен для детей. Установлен эффект затухания, тления дров. В комплект входит пульт дистанционного управления. Обрамление изготовлено из высококачественного МДФ, покрытого натуральным шкодом. На обрамлении сохранен естественный рисунок древесных пород. Осуществляется немецкий контроль качества. В продаже представлены в двух цветах – светлый дуб с золотой патиной и венгер с патиной.